Депутат Государственной Думы забайкалец Николай Говорин возглавит Федеральный центр проверки доступности и качества медицины. Цель – наложить мораторий на оптимизацию медицины, сохранить уровень финансирования. Принцип простой: из-за оптимизации и объединения поликлиник медицины стала менее доступной, увеличилась смертность. Сам факт укрупнения поликлиник, когда специалисты узкие отодвинулись на второй эшелон, привел к тому, что возникает очередь. Как быстро вы можете в поликлинике получить консультацию, например, невролога, кардиолога? Через сколько вам дадут кардиолога? Через час? Через неделю. А если у вас ишемическая болезнь, инфаркт? Сотрудники центра планируют активно выезжать в регионы и проводить внезапные проверки лечебных учреждений. На качество жизни и здоровья забайкальцев плохо повлиял и перевод стрелок часов. Об этом говорит исследовательская работа о невротических расстройствах. В планах уговорено добиться перевода стрелок назад. До Нового года мы постараемся этот закон очень быстро принять, и чтобы перевести время, вернуть время, чтобы было 6-часовой. Я этим занимаюсь, я приложу все усилия, потому что мы являемся наряду с городской думой инициаторами этого закона. Нам остается только ждать прибавления светового дня, а счастливые, например, депутаты Государственной думы часов не наблюдают. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый, ЗапТВ.